Доброго всем дня, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по игре Cats. Сегодня я буду выполнять крутой челлендж, который мне кинул подписчик. Его комментарий набрал самое большое количество лайков, плюс сам челлендж мне понравился. Поэтому именно его я решил взять на этот ролик. Собственно, суть челленджа заключается в том, что я должен открыть один супер ящик, и все детали, которые мне выпадут из этого супер ящика, пойдут на создание тачки. То есть я должен из деталей, которые мне выпадут из супер ящика, создать тачку, с помощью которой я должен сделать как минимум одну победу. Если я не делаю одну победу, то получается челлендж я не выполнил. Если, естественно, я делаю победу, то я пытаюсь его перевыполнить. Если перевыполняю, то это на самом деле вообще супер классно. Вот, собственно, давайте, у меня тут уже ящик подготовлен. Я для него также набил 3 коронки, которые, надеюсь, мне помогут и выпадут супер крутые детали. Ну, собственно, давайте попробуем его открыть. Фух, надеюсь, все-таки у меня хотя бы тачку получится из этих деталей собрать. Так, близнецы, очень хорошо. А, катер, оу, блин, какой классный катер, офигеть, это очень хорошо. Дрель, а, импульс, о, для катера, кстати, как раз, нифига себе, липкий шкив, еще одно колесо, нитро и комплект атаки, просто божественно. Мне кажется, этот челлендж будет для нас даже легкий, просто посмотрите, блин, капец, это вообще, это, блин, не знаю, это вообще какой-то классный сундук был, так что давайте по-быстрому тачку попробуем собрать из этого. Блин, это ж как так могло повести, то, что мне выпадет катер, а еще колесо, которое будет с бонусом именно для него. Это капец как классно. Блин, к сожалению, конечно, катер первого уровня, и на него не получится сразу 2 пушки сделать, но хотя бы одну мы попробуем. Так, вот импульс, который катеру дает, получается, у нас хпшку. Ага, вот сюда. И нитро, который дает плюс 30 для жал. Но мы его использовать не будем, и смотрим дальше. Что у нас по колесам? А, вот одно колесо, мы его ставим вот сюда, и там еще был какой-то липкий шкив. Ух ты ж, он аж карбоновый, ничего себе, это вообще супер классно. И не такие уж и мощные близнецы где-то здесь были, так что мы сейчас их тоже возьмем и попробуем затащить. Близнецы, конечно, ну блин, совсем мало атаки дают, ну ладно, неважно. Думаю, хоть кого-то мы точно сможем с этой тачкой победить. Так, мне тут еще выпало вот это, но блин, у меня не хватает на нее никак энергии, вообще никак просто. Надеюсь, хотя бы на близнецы у меня энергии хватит, если они будут стоять вместе с импульсом. Так, а что, близнецы где-то тут сзади, что ли, вообще так сильно? Там вон жало то уже проехали, которое мне выпало. Ага, походу близнецы в самом начале. Ох ты ж, блин, как я ненавижу на компьютере листать вот эту вот колонку с моими вещами. Конечно, их все можно продать, но я их оставлю для того, чтобы выливать крутые вещички. Вот, а где ж эти близнецы-то? Где ж они самые? Не могу найти. Просто близнецы первый раз упали, из-за этого я даже понятия не имею, где они валяются. Ох, как я устал листать. Они что, в самом начале, что ли? Или что? А, серьезно, капец, в самом начале. Блин, еще энергии не хватает. Оу, щит. Придется без этого импульса, и мы теряем 10 тысяч здоровья. Офигеть. Блин, ну ладно, давайте пробуем. Тачку мы вроде как сделали. Ох, ты ж против нас какой жесткий просто парень. Застрял он во мне только что. Ну, прикольно, но победить у меня его, конечно же, не получилось. А, такс. Ну, блин, не знаю, на самом деле тачка вроде как прикольная. И катер карбоновый, и колесо одно карбоновое. Но, блин, вы видите то, что слишком мало атаки. Если, конечно, против нас попадется чувак, который будет, ну, какой-нибудь супер слабый, как-нибудь там перевернется и тому подобное, то, конечно, челлендж мы выполним. Но чтобы перевыполнить его, это будет капец как сложно. Потому что видите то, что мне сейчас, ну, реально не везет. Парни попадаются, ну, просто дикие. У них столько урона, то, что мои близнецы с 2000 урона, ну, это вообще просто смешно как-то. Так, ага, здесь я тоже застрял, можно сразу выходить, но, блин, не успел. Капец, просто капец. Челлендж реально тяжелый, этот чувак реально постарался. Ну, блин, я, конечно, ожидал от этого челленджа то, что он будет такой прикольный. Ух ты. Ух ты, блин, а вот нафиг я перевернул этого дурацкого проныру. Ну давайте, стены, упадите раньше времени. Оу, да. Только сказал о том, что это челлендж легкий, и сразу же его выполнил. Офигенно. Посмотрим, кто нам будет там второй соперник. Челлендж мы уже выполнили, как бы, ну это вообще супер классно. А вот этого парня мы сможем победить, интересно? Оу, ребята. Это что, у нас серия из 2 побед, что ли, я так понимаю? Блин, да это капец какой легкий челлендж. Мы его что-то вообще слишком легко выполнили, а потом еще и перевыполнили.
Капец, мы сделали серию из двух побед с машиной, которая мне только что выпала, получается, из вот этого вот крутого сундука, суперящика. То есть мы только что собрали тачку из одного сундука, и с помощью нее мы сделали две победы подряд. Это вообще офигенно. Ну блин, ролик длится 5 минут. Давайте я сейчас по-быстрому поставлю паузу, посмотрю, какой там еще крутой челлендж есть, и сразу два челленджа за ролик выполню. Потому что, как по мне, один челлендж это реально мало, который всего лишь 5 минут длится. Так что давайте посмотрим, что у нас там дальше. Итак, ребят, в общем-то я выбрал второй челлендж, я на самом деле еще один выбрал, но я понял то, что у меня не получится его выполнить, потому что у меня нет легендарного корпуса. То есть челлендж заключался в том, что я должен сделать все полностью из легендарных деталей, но я понял то, что у меня нет легендарного корпуса, из-за этого не получится выполнить этот челлендж. Так что я выбрал другой. Сейчас мне нужно собрать тачку, у которой будет одна ракетница первого уровня, и сделать как минимум 3 победы. У меня, конечно, уже есть планы для выполнения этого челленджа, потому что он, мне кажется, ну такой более-менее средненький, не знаю, получится ли у меня его выполнить, но я надеюсь, то, что все-таки получится. Собственно, смотрите, мы сейчас берем классику и на задницу ей прикрепляем, получается, ракетницу. И тогда мы сможем спокойно поднимать наших противников и тогда уже мочить. Еще у меня есть классная вот такая вот классика, у которой есть плюс к ракетнице. И если мы ее поставим, то у нас есть огромный шанс на то, чтобы реально, ну, по-жесткому наказать наших противников. Так что давайте мы ее берем. Берем нашу крутую ракетницу, вот она, ставим, 13 тысяч урона, блин, это первый уровень ракетницы, это просто капец какой-то. Ну, я уверен, то, что у наших врагов урон, конечно, будет побольше, но все-таки это тоже неплохо. Так, мы берем сюда вот это, потом мы берем какое-нибудь еще нужное колесо взять. Хотя, знаете, я, наверное, вот это назад поставлю, а вперед я поставлю вот это, которое мне выпало в первом челлендже. Надеюсь, то, что из этого что-нибудь хорошее выйдет. И сейчас мне нужно поставить что-нибудь классненькое вперед. Скорее всего, это будет нитро, которое дает плюсик тут как раз-таки для классики, что очень интересно. Ну, небольшой, конечно, но тоже неплохо. Так, ну все, тачка вроде бы готова. Как и говорится в челлендже, у нас ракетница первого уровня. Сейчас осталось только одно. Сделать серию из 3 побед. Сейчас у меня, конечно, уже есть серия из 2 побед, но сейчас я ее вот таким вот образом собью, пожалуй. И теперь мы начнем все заново, чтобы все было по-честному. В общем-то, поехали. Наш первый противник это вот такой вот Титан. Кстати, кажется, который нас на изи победит. Да, так и случилось. Окей. Первая победа у нас не получилась. Смотрим дальше. О, здесь вот уже интересный парень, которого мы, наверное, сможем победить. Отлично. Одна победа уже есть. И смотрим, что у нас там дальше. Надеюсь, второго тоже. Так, о, нет, тут вообще, ребят, просто без шансов. Даже не успели к нему подъехать. Капец. Блин, ну все-таки 3 победы, это, наверное, слишком тяжело будет для этого корпуса. Здесь мы тоже не успели даже доехать. Блин, интересно у этого парня корпус вообще 2000 здоровья и 24 тысячи урона. Ну, этому мы проиграем, думаю. Потому что, видите, он перелетел, эти дурацкие прыгуны против классики, это вообще просто имба против классики. Так, о, здесь интересный парень, которого мы выигрываем. Отлично. Одна победа у нас уже есть, смотрим дальше. И здесь у нас... Ох ты ж, интересно. Да, вторая победа тоже есть. Блин, капец, как я эти челленджи так выполняю? Может быть, они слишком простые, но, блин, они мне кажутся такими прикольными, что я их хочу выполнять. И... О, щит, мы даже подъехать к нему не успеем. О, нет. О, блин, да капец, как мы его вообще выиграли. Серьезно? Блин, вы посмотрите просто на его характеристики. 94 тысячи здоровья и 32 тысячи урона. Он вообще нас, по идее, не должен был к себе пустить. Он нас должен был убить до того, как мы к нему подъедем. Но, блин, это капец. Мы выполнили еще один челлендж. Давайте попробуем его, что ли, перевыполнить. Ну, на самом деле, там и так 3 победы это было перевыполнение, потому что он сказал, сделай максимум 3 победы. Мы и так сделали 3 победы, сейчас можно попробовать 4-ю. Но я в этом вообще не уверен, то что тут вообще что-то получится. Ну блин, половину хп у него осталось, ну ладно. В общем-то мы выполнили сегодня 2 челленджа. Я не знаю, как они вам понравились. Первый мне действительно понравился. Ну просто, блин, он реально какой-то классный был, но мне повезло, и мы слишком просто его смогли перевыполнить. Все-таки карбоновый катер, ну блин,
Реально что-то все слишком классное выпало и слишком простой он для меня показался. Вот, второй же челлендж был такой более-менее нормальный, просто его сложность заключалась в том, что мне нужно было сделать серию из 3 побед, но у меня еще были, считайте, такие плюсики, как классика, у которой плюс 56 к ракетнице, и ракетница тоже карбоновая, как и катер из первого челленджа. Из-за этого, ну, все как-то слишком облегчилось, вот, так скажем. Ну а так-то эти челленджи на самом деле, наверное, будут посложнее, если у них вот таких вот деталей, например, не будет. И, конечно же, челлендж, который был с супер ящиком, он может быть реально и сложный, и легкий. Но мне более-менее повезло, из-за этого он мне показался достаточно легким. Ну, если не считать близнецы, которые были не слишком мощные. Ну, блин, не знаю, в общем-то, мы слишком эти челленджи легко выполнили. Я не знаю, можете писать в комментарии еще какие-нибудь крутые челленджи. Вы реально пишите в комментарии такие челленджи, ну, на которые такое нормальное время придется потратить, и которые я действительно смогу выполнить. Потому что, видите, парень написал мне создать машину только из легендарных деталей и при этом сделать серию из 3 побед. Но, блин, у меня нет легендарного корпуса, из-за этого я не могу, по идее, выполнить этот челлендж. То есть, ну, блин, не получается. То есть, пишите для меня такие более-менее реальные челленджи, чтобы я их именно мог выполнить. А так, ребята, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых роликов. Пишите в комментарии свои челленджи. На этом все. Всем удачи и пока-пока.